прекрасный показ. Я считаю, что, учитывая, что в этот раз он прошел без участия креативного директора, команда прекрасно справилась. Это очень красивые, элегантные, носибельные вещи. Очень Джилзандер, которые хочется носить. Понравилось цвета, палитра такая, которая, в общем-то, уже, соответственно, можно сказать, что это будет палитра следующего сезона. Довольно-таки все акварельное, чистое, светлое и свойственное, конечно, Александр, кат абсолютно и форма.